Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. У нас с тобой 16 день, и я забираю 30 рун. Окей. Так, здесь у нас временные события, это все понятно, пропускаем. Так, что же мне принес Беззубик? 51 тысячу бревен. Окей. Пока мы его отправлять никуда не будем. Давай-ка вначале определимся. Так, соберем наши пожитки, как говорится, рыбу, бревна, все, что у нас с тобой за это время накопилось. Так, ага, приключения, вернулись. Ну что ж, давай посмотрим. И что же здесь? Ну, естественно, янтарь. И я больше чем уверен, что мне выпадет либо янтарь, либо вот эта шестеренка. Скорее всего, янтарь. Ладно. Я не возражаю нисколечко. Так, давай мы, наверное, с тобой быстренько его отправим. Расскажите всем остальным бесплатно. Так, этот полетел. Этот у нас, подожди-ка. А, ну он у нас на задании, да? Остается лишь Громель. Так, продолжить. Он только начал у нас, как ты видишь, задание. Первый всего лишь призик принес, и мы его отправим в стойло. Пускай летит. Так, ну что, давай дальше здесь с тобой разбираться. Что у нас взято, что не взято. Бревна мы взять не можем, потому что у нас излишки уже. Так, вот рыба. 9000, неплохо. Сразу же, кстати, надо отправлять. Пускай он не стоит, не прохлаждается. Так, а ты что в раздумках? Иди за рыбой, говорю тебе. Балдеет он тут стоит мне. Так, ты тоже у меня пойдешь за рыбой. Точнее, полетишь даже. Так, секундочку, у нас 44 тысячи рыбы. Этого очень мало, друзья мои. Очень мало, потому что я хотел прокачать еще одного дракона. Нам нужно с тобой еще двух, если я не ошибаюсь, прокачать до 30 уровня. Так, это Громелька. Так, и Шепот смерти плюс Беззубик. По-моему, я хотел либо Водореза прапать, потому что он умеет 25 уровень, либо... Погоди-ка, а кого еще? Так, Древоруба, точно, друзья мои. 45 тысяч нужно рыбы. Не хватает совсем чуть-чуть. Что ж ты будешь делать? Совсем маленько. Ну, может быть, мы, кстати, когда будем проходить испытания или какие-нибудь задания, может быть, где-нибудь еще урвем с тобой. Так, что у меня тут показывается? За монеты Одина присоединиться? Нет, спасибо большое. У меня всего лишь 214 монет, и я, как ты понимаешь, здесь ничего не могу себе позволить. Ну, есть только сокровище или набор рыба, но, мне кажется, тратить на это не стоит. Лучше накопить вот 580 рун, ой, монет, и открыть какой-нибудь пак. Да? Поэтому пока мы тратить не будем. А вот эти паки мы с тобой откроем. Загадочные. Бесплатные которые. Так, ну что ж, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Шепот смерти, ужасное чудовище и водорез. Ну и плюс все остальное. Так, друзья мои, давайте тогда... Да, я хочу отказаться. Давайте посмотрим еще с вами тогда рекламку. 6 монет Одина. И давай посмотрим. Ну, здесь будут чисто ресурсы у нас. А ресурсы, как ты понимаешь, мне сейчас очень сильно нужны. Так, где у меня водорез? Точнее, древоруб. Древорез, почему я его так назвал? Ну что, прокачаем. 29 уровень он уже имеет. Блин, ты прикинь, 63 тысячи нужно рыбы, чтобы прокачать ему левел. Это жестко. Так, а вы что прохлаждаетесь, я не понял. Ну-ка, быстро, быстро, быстро искать. Ага, фонарик нашли. Так, за бревна. Хотя бревна, зачем я отправил его за бревна? Скажи мне на милость. Все начали шуршать. Мне, конечно, в приоритете сейчас рыба. Так, ну что, вроде бы здесь все. Так, у нас тут древесина, как всегда. По событиям. Стремительный против свирепых. Ранний доступ. Ага, это только для наездников. А для нас откроется через 10 часов, да? Если вообще откроется. Но у нас есть с тобой испытание, которое мы не закончили. Так, опять ранний доступ. Блин, вот хоть подписывайся на этот, да? На драконов, на всадников на этих.
680 рублей, но это тоже не кисло. В месяц платить. Это как додзе в черепашках-ниндзя, да? Так, отправить беззубика в путешествие. Так, подожди секунду, я вначале хочу, знаешь, что сделать? Сделать оборону. Давай, как раз беззубик нам здесь понадобится. Возьмем беззубика. Я, кстати, заметил, ребята, что вот с таким вот значком атака происходит намного лучше. Так, и последнего я возьму. Ну, понятное дело, здесь не подходит. Давай вот его. Ну что, к бою. Естественно, к бою. Сейчас я думаю, что мы быстренько с собой разнесем. Ох, ничего себе. Хо-хоу. Ты посмотри, каким они флотом идут. Ладно. Так, беззубик, давай сюда сбоку начнем нападать на них. А вот этих вот малышей я должен уничтожить в первую очередь сам. Чтобы они нам с тобой не мешались. Ай-яй-яй. Сейчас этого разнесут. Да, все-таки успели разбомбить. Так, они вдвоем успеют ли? Блин, этот почему-то... Вот как вот мне его... Ну давайте вдвоем, что ли, я не знаю, бомбите тогда вот эту вот фигню. Давай, бомбите, отлично. Теперь вот вдвоем уничтожайте основной корабль. Не успеем, да, наверное, мы с тобой. Все-таки ключик у нас с тобой, наверное, одним отнимут. Да, скорее всего, отнимут. Да и фиг с ним, ребят, нам главное с вами выстоять. А нет, три ключа мы с тобой сохранили. Фух, и это классно. Хотя награда тут не особо большая, но просто для галочки, ребят. Всегда приятно, когда проходишь идеально. Ну что же, сейчас заберем с тобой эти сундучки. Там не так уж много наград. И будет одно, как говорится, из обороны у нас пройдено. Для того, чтобы выполнить задание, нужно сделать две обороны. Ну все, хватит, я уже понял. Кружится тут, вертится шар голубой. Кругляк красный. Заберите свои награды. Давай, здесь, здесь и вот здесь. Остальное мы пропускаем. Не будьте чересчур самоуверенными, ребята. Я не самоуверенный, я просто великолепный. Это называется быть сморкалой. Не уверен по поводу остальных. Не верится, что мы можем вот так крушить все направо и налево, и нам за это ничего не будет. Нам же за это ничего не будет. Астрид права. Мы все-таки говорим об Элвине Вероломном. Мы должны действовать заодно, это наше общее дело. Как скажешь, мы будем крушить все направо и налево вместе. Этим лишь бы все покрушить, да? Так, давай посмотрим, что у нас тут с тобой еще. Ну, я могу посмотреть видео, это понятное дело. Что мне, кстати, за это дадут, я не знаю. Так, одно задание мы сделали. Отправить драконов в приключение две штуки. Так, используйте ускорение, обучите трех драконов. Да, остальные задания пока мне не под силу. Так, купите предметы в магазине, получите предметы в путешествиях и победите свирепых драконов. Ну, я вот это сделаю. Потому что нам все равно сегодня с тобой идти на лигу. Так, что у нас тут? Выполните один обмен экзотического дракона. Так, я Громели все так и не отправил, да? На поиски. Все забываю это сделать. Так, ну что у нас тут с тобой? Пак. Угу, древоруб. Громель. И шепот смерти с водореза в бести. Ну что ж, друзья мои, самое время наступило нам открывать с тобой паки вождя. Но для этого вначале нужно их заработать. Так, девятые разряды и девятые, да? И один восьмой. Ну что же, это мне на руку. Давай-ка попробуем справиться. Сразу отмечаю, ребята, одного мощного дракона. Это вот именно этот. И начнем, пожалуй, мы с него. На тебе. Так, хвостом. Сарделька пока у нас в деле. Укусик. Так, ну что ты, пристеголов. Начинает, да? Начинает он тут. Ай-яй-яй. Да чтоб тебя. О, уклонение сработало, шикарно. Вот когда у нас срабатывает уклонение, мне нравится, но когда мы с тобой промахиваемся, меня это просто выбешивает. А давай укусим. Набьем. Так, тихо. Сардельку не трогайте, потому что у нее пониженная защита. Как бы нам лучше сделать-то с тобой, а? Наверное, вот так вот. Погоди-ка.
Давай вот так вот сделаем с тобой. А сами будем бомбить Пристиголова. Ну, какой ты красавчик, а. Молодец. Прям как надо сделал. На тебе еще, чтоб ты промахивался. Ну что ты там на этот раз задумал? Угу, как бы не так, парень. В этот раз ты будешь... Подожди-ка. В этот раз ты будешь просто отдыхать. Ему не получится никого из наших задеть. Смотри, как он быстро копит себе энергию. Оу, хильнулся. Да неужели? Так, погоди, тогда мы тебе дальше будем продолжать блокировать. Так, что он там? Хиляется. Хил такой довольно серьезный у него. Под 200 почти идет. А ну-ка давай-ка. Мы не будем сейчас, ребята, ему давать шанса. Я, может быть, даже сейчас, знаешь, что сделаю? Ага, вот так он решил сделать. Я хотел усилить нашу команду с помощью сардельки. Ну-ка, вот таким вот образом. Что он сейчас делает? Он хиляется. И это зря, потому что мы его сейчас с тобой разберем. Все. Слушай, ну действительно какой-то сильненький такой дракончик был. Но это явно была не сарделька, это что-то другое было. Так, ну что, пак в копилочку, и мы продолжаем. Так, трех драконов мы победили из 10, и нам нужно еще 7 штук побить. Так, ну здесь вроде бы, ребят, ничего особого такого нету. Я с такими командами уже дрался не один раз. Главное заблочить громобоя. Так, ага, начинается. Кусаем. И главное успеть его заблочить, потому что у него довольно сильный удар. Будем смотреть. Так, следующий ход будет он делать, да, опять же. Но что ж вы все на сардельку на мою нападаете, а? Кусаем. И, скорее всего, добиваем. Да, друзья мои, мы с вами добили громобоя. И теперь я предлагаю сделать вот так. Загоняем в сон и будем разбирать Пристиголова. Упс, уклонение. Хорошо, что если мы с тобой промахиваемся, мы его не будем. Так, тихо, опасный удар сейчас будет. Нет, он не стал делать массовую атаку. Да что такое-то, а? Сейчас это начнется. Все, сейчас будет что-то массовое, да? Хм. Очень странно. Неужели ты хочешь что-то сделать? А он может, я знаю, ребята. Поэтому зачем я загоняю его в сон? Это было глупо с моей стороны. Сейчас массовая атака пролетит. Так, он повышает себе атаку. Ну-ка. Чуть-чуть не хватает, да? Все, ребят. Да ну. Ты сейчас серьезно, что ли? Это ж надо было промахнуться, а? Все. Еще одна идеальная чистая победа. Мы с тобой никого не потеряли. Ну и уничтожили всех драконов. Так что двигаемся далее. Нам остается с тобой победить еще 4 драконов. Слушай, может быть, нам с тобой сарделечку поменять хотя бы на некоторое время, например, на скалотряса. Что скажешь? Ну так, по фану, чтобы поиграть. А то мы с тобой одним составом дринкаем. Надо хоть немножко его разбавлять. Слушай, вот этот вот противный, но этот еще противнее. Потому что этот в сон может вогнать. Почему у него уже 2 энергии, а? Потому что он первым начал ходить, верно? Верно. Так, хоть бы потратил он. Не тратит. Он бьет пока обычными ударами. Мне во вред это все идет. Так, что-то сейчас будет. Блин. Сейчас наверняка бомбанет, ребята. Смотри, так я и думал. Я так почему-то и думал. Загнал в сон. Сейчас вот этого добьет мне. Ага, нет, разбудили. Стоп, стоп, стоп. Теперь моя очередь. Теперь, друзья мои, моя очередь. Отлично. Так, добьешь? Великолепно просто. Так, ну что, я думаю, наверное, будем бомбить Пристиголова с тобой.
Так, он сейчас добьет красного. Я этому не удивлен. Теперь наша задача с вами как можно быстрее бомбануть. Так, сейчас массовое будет что-то. Значит, тот будет ханыга делать, да? Слушай, а у него немота, по-моему, да? Он делает немоту. Ну, в принципе, мы с тобой пробафались. Мы его распишем. Мы с тобой его уничтожим просто-напросто сейчас. Ему ничего уже не поможет. Все, ребята. Да, это, конечно, победушка не такая идеальная, потому что одного дракончика мы с тобой потеряли, но, тем не менее, уничтожили всех остальных троих. Ну что же, остается еще одного дракончика нам победить с тобой. Погоди, Ёлки-палки, я же хотел поменять. Не успел, ребят. Ладно. На следующем поединке... Ох, ё-парасоте. Вот эти два, это плохо. Уклонение. Так, вот я не знаю, с кого. Наверное, с этого начнем. Блин, и с этого тоже хотелось бы... Блин, красненький, ты у меня какой-то ватненький, если честно. Может быть, красного поменять, а? Смотри, что творят. Ты посмотри, что выделывается, а? Я надеюсь, усиленная атака мне хоть как-то здесь поможет. На тебе. Так, это сарделька, да, получается? Ну, что ты там задумал? Ого! А, ну правильно, усиленная атака, что я хочу. Так, 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 так. Давай, наверное, сделаем таким вот образом. Сейчас, боюсь, будет разбег. Хотя, подожди-ка, до разбега еще нужно дожить им. Верно? Блин. По-моему, кого-то сейчас потеряем. Да, это моя бедненькая сарделька. Плохо, конечно. Но если он сейчас ничего донет... И это, слава богу, что он делает. Ребята, все, теперь мы его держим под контролем. И будем с тобой потихоньку-потихоньку уничтожать. Да, конечно, ага. Губешки раскатал. Я еще даже сделаю вот так вот. Пока есть такая возможность. На тебе. Ой-ой-ой. Слепота, да? Ничего он нам не сделал. Мы его дальше в слепоту загоняем. И бомбим. Слушай, а зачем я усилил красного, если мы все равно используем слепоту? Зачем я такую штуку сделал? Объясни-ка мне. Добьем? По идее, должны. Ну-ка. Да, ребята. Ну что, сейчас мы с тобой получать будем ресурсы. Только вот что? Рыба или дрова? Мне нужна рыба. А тут дрова. Ну что, открываем с тобой пак вождя и смотрим, что нам здесь достается. Крылатый ужас. Так, чудовище, шепот смерти и громорог отпрыск. О, погибель... Хаферсона. Я думаю, что есть смысл дальше идти и открывать еще один пак. Но сначала я хотел поменять, да ведь? Я хотел убрать, наверное, сардельку. Убрать сардельку, предположим, я уберу. Кого поставить можно? Водореза можно попробовать. Ну-ка. Пускай будет так. Ну, водорез, на самом деле, мне, ребята, очень нравится. И вы знаете почему. Во-первых, у него очень сильная атака. И то, что он может вешать немоту на противника. То есть противник не сможет применять заклинание. Вот этот, или вот этого, блин. Вот что ты делаешь, да? Ты... Блин, а у нас пониженная атака по всем. Ну, ладно. Что будем делать с тобой? Понизим броню. Так. Этот со своей массовой атакой очень... Ого! Ну ничего себе! Блин! Неужели сейчас уничтожат? Трындец. Как они меня быстро, а, друзья мои, уничтожили. Вообще моментально красного. Очень быстро. Так, что же мы с тобой тогда будем делать? Попробуем, наверное, вот этого, да? Бомбануть. Бомбанули. Сейчас что-то будет. Массовая атака, нет? Пока нет. Ну вот сейчас 100% сделать немоту.
Он будет делать немоту, я тебе точно говорю. Погоди-ка. Вот так давай сделаем. Есть контакт. Ну что, ждем немоты. Вот она. Интересно, он справится с нами с двумя или нет? Мне кажется, вряд ли. У него, потому что физ-атака не очень сильная, видишь? А вот то, что мы сможем его блочить, это нам на руку. Да, парень, по-моему, ты попал. Хоть этот синенький у нас и не очень сильно атакует, но зато водорез наяривает, будь здоров. Вот так вот. Ну что, ребята, я очень рад, что у нас вот так вот все происходит. Победы в последнее время не очень идеальные, но мы идем к цели с тобой. И нам дают почему-то бревна. Слушай, давай-ка мы с тобой возьмем, например, вместо вот ветрокрыла древоруба. Нет, даже вот так вот скалотряса возьму. Хотя, подожди, я хотел... Да, ребята, уберем, наверное, кривоклыка и вернем. Ну, снарядить. Вот так вот я хочу попробовать, а? Потому что красного дракона они меня уничтожают, ну, сам видел, очень быстро. Хотя и скалотряс тоже красный, он тоже может очень быстро, ребята, отдуплиться. Ну, посмотрим, что у нас из этого всего получится. Будем с тобой экспериментировать, так сказать. Ого, а что это у нас такие ничтожные атаки? Скажи-ка мне на милость. Понятно. Ну давай. Сделаем так. Ага, сразу встрепыхнулся, да? Увидел, что у меня скалотряс получает усиленную атаку. Он сразу задергался. Блин, ты посмотри. Так, давай понизим броню. Лишь бы скалотряс выжил. Ой, как вжаривает. Нет, скалотряса мы уберем, наверное, из нашей пачки. Ну, что не говори, ребята, он ватный. Он просто ватник. Его очень быстро разбирают. Так, ну что, заблочим, наверное. Окей. Так, добьют мне. Понятное дело. Я не удивлен, нисколечко. Это было больно. Так, ну что? Блин, я думал, что мы его сейчас добьем. Нифига подобного. Живет. Живет, цветет и пахнет, да? Ну отвали ты. Твою ж налево, что творит, а? Ну что, блин, а почему такой маленький блок? М? У него, видимо, ребята. Так что... Ага, ага, хотел бы, да не смог, да? Хотел бы, да не смог. Я боюсь, мы не справимся одним этим. Так, будем отхиливаться тогда с тобой. Блин, ты сам видишь, да? Мы играем с тобой на пределе. На пределе возможного. То есть, если он немножко разойдется, то нам будет крышка. Уклонение, блин. Что он сделает? Ай-яй-яй. Конечно, блокируем его. Так. Ну, если он сейчас ударит. Хотя нет, вряд ли он уже ударит, ребята. Мы его выносим. Блин, скалотряс, конечно, подводит нас. Я вообще заметил, что красные драконы какие-то слабенькие. Дайте рыбу, пожалуйста. Ну что, еще четверых. Подожди, подожди, подожди. Нет, давай поменяем. Поменяем, уберем отсюда скалотряса все-таки. Вот только на кого? Слушай, а давай возьмем с тобой. Давно без зубика не играл просто. Я знаю, ребята, что он слабенький. Не надо мне напоминать. Но просто хочу. Ох, ё-моё, там противников дали 10-12 разряда. Сейчас, по-моему, я тут доиграюсь. Это 12-го. Да, ну тут понятное дело, ребят, меня распишут. Причем на изи. Да. Шансов на выживание просто минимальные. Так, единственное, что меня может спасти, это я начал ходить первым, соответственно, у меня быстрее накопится энергия. Но это при условии, если я не буду тратить.
Так, ладно, попробуем. Так, беззубик, потом он ходит. Что делать-то? Попробуем выжить. Попробуем с собой выжить. Так, раз. Этот что сейчас сделает? Два. А сейчас мы ходим или он? Все, применяем с собой массовую атаку. Ну, неплохо. Начнем с этого, наверное, да? Или с этого лучше? Не, давай с этого. Так, атаку понизили. Эти пускай спят пока. Хорошо, что он не стал делать немоту. Давай, 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 нам нужно добить его. Ну-ка. Есть. Так, эти пока спят, орлы. Но этот я знаю, что сделает. Как только очнется, он сделает немоту. Массовую, ребята. Мы можем только лишь, если он не стал тратить. Понизить ему атаку, если только так, ребята. Да, он сделает массовую, но урон будет по минималке. Вообще, какой-то смех на палке. Просто ты посмотри. Я наношу, ну, никчемные удары, друзья мои. Просто никчемные. Блин, как быть, а? Ну давай тогда так сделаем с тобой. Улучшить нам лучше вот этого. А добивать? Ну давай добьем, короче, фиксим. Да, ребята, я рискую. Я рискую очень сильно. Сейчас будет? Ну почему-то не стал применять, а? Сейчас этот в сон вгонит. Причем двоих может убрать сразу же. Странно, почему он этого не делает? Минус. Так, ну все, ребята, тогда здесь победа за нами. Сейчас мы его будем блочить. Соответственно, он применить свою массовую атаку не сможет. Да, без зубика мы уберем. Это так, я для эксперимента взял, чтобы поиграть им. Ну и как ты видишь, эксперимент чуть не провалился. Дайте рыбу-то, да почему все бревна-то? Ну что, получается, нам нужно с тобой еще одного дракона победить. Так, без зубик, ты уж извини, я тебя уберу. А поменяю я тебя на... А на кого я тебя поменяю? Давай вот так вот. На Вострозуба. Поехали. Вострозуб, значит, да? И Ветрокрыл. Плюс Водорез. Ну, я думаю, здесь будет победа за нами. Ого. Ничего себе, он тут команду выбрал себе. Так. Повышенная идет. Я не знаю, ребят, что вот этот хламон делает. Я с ним еще ни разу не встречался. Ну-ка. Что ты там делаешь? Что ты там? Просто кусаешь пока, да? Ага. Ой-ой-ой-ой, повышенная атака. Блин, да чё ж ты так мало бьёшь-то? Причем у него пониженная, ребята, броня. И мы вот так вот херовенько бьем. Ладно, уничтожим. Отлично. Так, ну что ты, Квазимода? Кусаешься, да? Этот су... Оу, сейчас кого-то выбьет, ребята. Это Водорез. Это Водорез. Ладно, мы будем тогда с тобой вот этого брать в расход. Так, не будем пока с тобой тратить энергию. Мы будем его станить. Опа, ничего себе звезданул. Так, и главное его из стана этого не выпускать. Но вот этот жучара может нам все навредить. Ага. Так, загоняем обратно в стан. Я просто боюсь, что вот этот охламон может рано или поздно применить суператаку. Я не знаю, что у него там за суператака. Честно говоря, не особо хотелось бы и даже проверять это. На тебе. Осталось совсем чуть-чуть, ребята. Он практически на пределе. Если мы его вырубим, то с этим уж и подавно разберемся. Окей. Нет, не будем мы так делать с тобой. А сейчас, по ходу дела, ему
терять нечего, он применит. Да почему же ты не делаешь-то, а? Что с тобой не так, парень? Мои драконы, конечно, здесь атаку вообще... Ух. Вот это было плохо. Сейчас мы доиграемся с тобой рано или поздно. Он что, сейчас чуданет? Что это за минимальный урон такой мы наносим? Я не понимаю вообще, а? Зеленый. Мы два зеленых. Странно, да? То есть зеленые по зеленым наносят самый минимальный урон, я так могу понимать. Ну, в любом случае, сейчас мы его уничтожим. Если он не сделает уклонение, да, то мы его с тобой забомбим. Вот, например, было сейчас уклонение. Ну, что-то там. А может быть, у него нет суператаки, а никакой? Да, блин. Во. Применил. Да, уничтожили. Ну что же, сейчас мы с тобой заберем последний пак вождя, который мы добивались. Рыбу дайте мне. Вот, наконец-то. Ну что, друзья мои, вот и пак. Давай смотреть, что он останется. Громель. Ужасное чудовище, древоруб и водорез. Плюс сарделька. О, ветрокрыл чемпион. Спасибо большое. Конечно, тут в схватках можно до потери пульса играть, ребят. Но мы с вами как только забили все, да? Все паки вождя открыли. И на этом, в принципе, мы с тобой как бы и закругляемся. Так, по рыбе очень все кисло. Очень все кисло. Мне даже не хватает, да? Чтобы прокачать еще на один уровень нашего древоруба. Потому что здесь нужно 63 тысячи рыбы. Очень много. Так, ты что тут стоишь? Давай работай. Ты тоже лети, работай. Так, кто-то просил меня вот это вот открыть. А я все-таки думаю, ребят, что не стоит этого делать. Хотя, что это мне даст, я не знаю. Сияющие луга. Почему не пишут, что это будет вообще означать? А? А, ладно, была не была. Так, прибытие на лоху, на улух, попрыгучий доступно в магазине временных событий. Фиг с ним, пускай строится. Пускай построится хотя бы один, потому что, ну, древесина у нас с тобой и так просто залеживается. А так хотя бы будет работать на благо. Так, ну что, у меня... Иди за бревнами. Так, ты тоже лети. Фига они там досок понабирали. По 23 тысячи. Офигеть. Обучить. Слушай, а у нас все равно простаивают, да? Может его обучить? Шепот смерти. Так, подожди-ка, я лучше без зубика, наверное, отправлю. Пускай... Ага, обучил. Конечно. Тогда пускай идет на приключение. Громокоготь пускай ищет. Я знаю, ребята, это шанс найти его... Один к тысяче, но пускай летит и учит. Точнее, ищет. Так, здесь покормить. Могу ли я кого-нибудь сейчас в данный момент отправить просто на... Подожди, мне показалось, или что-то здесь можно было срубить? Показалось, да, по-моему? Ну, а ты что стоишь, прохлаждаешься? Иди. Катапульту я тоже, да, не смогу, наверное, улучшить. Ну и все получается на сегодня, да, друзья мои? Вернись и дальше иди ищи. Всех нужно кормить. А нет, вот могу этого отправить на обучение, пускай летит. Все равно ничего не делает. И вот этого тоже могу, друзья мои, вернуть и обучить. Пускай идет. Чем они сильнее и круче, тем больше ресурсов, ребята, они добывают нам. Ну что? Так, у нас что-то здесь с тобой есть. Отправил я без зубика. Так, получить 192 тысячи древесины. Почти, ребята. Так, использовать ускорение. Ну, это, в принципе, мне пока не нужно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!